Побеженцев, займут ли они все рабочие места? Ой, ребят, столько рабочих мест в России, откройте, даже у метро возьмите вот эту толстую книжку или какую там по работе, там столько рабочих мест. Вот. Но чтобы не заняли ваше рабочее место, будьте специалистом высочайшего уровня, тогда ваше место никто не займет. Все очень просто, это философия успеха. Будь специалистом, и ты всегда будешь востребованным, да? Вот. Помогать беженцам, ну, конечно, нужно. Ну, в такое время, опять же, очередное испытание для России. И думаю, сейчас, на данном этапе, мы готовы к этому. Конечно, многие возмущаются, что вот помогаете беженцам, а у нас в глубинке у самих там развал. Вот. Но вы знаете, когда в России был полный развал при Екатерине, когда она пришла, когда там смертность была дикая, там Россию осаждали враги, было, не было флота, надо было. Екатерина начала скупать произведения искусства. И сейчас это называется Эрмитаж. Кто-то может представить себе Россию без Эрмитажа, без культурного наследия? Поэтому заявлять вот так вот, ну, надо быть очень аккуратным в своих суждениях и как-то по факту изучая какие-то вещи и вообще более как-то относиться к своей стране с уважением, что-то делать, да? При всем, как бы, там, про Америку, да, почему-то мы берем вот какие-то вещи ненужные. Зеленый Патрик, Хэллоуин, да? Может быть, давайте что-то хорошее возьмем от них. Например, они всегда с гордостью цитируют высказывание Кеннеди, спрашивай, что страна может делать для тебя, спроси, что ты можешь делать для страны. Давайте это брать, давайте что-то каждый делать для своей страны, чтобы она была лучше. Вот это, когда мне говорят, что мне эта страна достала, я хочу уехать, я часто спрашиваю, что ты сделал для того, чтобы она стала лучше. Вот. Будь дворником, но делай свою работу на 250%, и будешь делать свою страну лучше. Вот и все.